Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії правозахисник, лідер команди Євгенія Мураєва наші на Сумщині, Олександр Соколов. Пане Олександре, добрий день, вітаємо в нашій студії. І майже на старті виборчого марафону України ми говорити будемо про патріотизм і псевдопатріотизм. Ну Перше, з чого хочу почати, що саме вас і вашу команду намагаються представити сумчанам як проросійську політичну силу. Ну, яка є там загрозою незалежності, я не знаю, там сепаратисти, хто там ще. От отак і хочеться запитати, яка з рук Кремля ви права чи ліва? Ну, тому що таке звучить на вашу адресу часто? Ну я ще предлагаю приправити все ярлики вопросам, які задають очень часто псевдопатріоти, а чий же все-таки Крим. Вот. Ну, давайте начнем, наверное, с самого начала. В частности, я и мои соратники, все граждане Украины. Согласно нашей конституции украинской, Крым ⁇ это территория Украины. То есть, и мы выступаем против любого вмешательства, хоть со стороны Запада, хоть с Востока, в наши украинские дела. Именно поэтому мы выступаем за внеблоковый нейтральный статус. Что здесь плохого, я не знаю. Это более чем проукраинская позиция. Что касается вообще наших ценностей. Мы выступаем за территориальную целостность, за независимость нашего государства. Что здесь тоже плохого? Где здесь российский след? Я не могу понять. Вот в том, что я рассказал. Но тем не менее, в последнее время действительно наши политические оппоненты пытаются нам навесить какие-то ярлыки. Ну вот почему так происходит? Ну, являемся ли мы оппозицией к власти? Безусловно. Mm -hmm. То есть наша вся деятельность направлена на то, чтобы сделать жизнь наших людей лучше, и мы это показываем на собственном примере и делаем. И если отбросить вот эти всякие ярлыки, которые нам пытаются повесить, да, тогда у нас сложится нормальный конструктивный диалог с властью. Тогда мы им будем задавать вопрос, почему они, наши люди уезжают на сегодняшний день на заработки в Польшу, в Россию, почему жизнь наших людей ухудшается, где, наконец, цена справедливая на газ, о которой нам рассказывал Яценюк. Помнится, мне он обещал нам сделать ее по 70 долларов. И на тот момент, э, исходя из э, курса, гривна это составляла порядка там, 560 гривен. А на сегодняшний день свыше 8 тысяч гривен. То есть свыше, чем э, в 10 раз поднялась цена газа. Где стена, на которую миллиарды гривен выделяются? Где это все? То есть я считаю, что нас просто обманывает, обворовывает, знову намагається відвести е-е э, вот розговор от самых важных вещей. Угу. Потому что им, нашим политическим оппонентам, просто нечего предложить людям. Ну, тем не меньше політики всіх рівнів, які сьогодні керують Україною, чітко позиціонують: всі не згодні з політикою, то агенти Кремля, агенти Путіна. Да, потому что ещё раз повторюсь, эти люди не настроены на какой-то конструктивный диалог. Ну, возьмем тот же самый законопроект Мураева, да, который он mm -hmm. подал, и свыше 160 законопроектов, ни один этот законопроект не хотят выносить на рассмотрение в Раду. А там очень много полезных законопроектов в сравнении с теми же законопроектами, которые подают сегодня, на сегодняшний день наши политические оппоненты. Касается законопроекта и о стоимости газа, когда его можно реально уменьшить более чем в два раза. Но почему они их не выносят? Что им мешает? У них вся полнота власти на сегодняшний день. Просто, значит, не хотят. Вот они и занимаются языковыми вопросами, рели... религией, еще не пойми, чем. Нужно заниматься тем, что приводит э, к увеличению благосостояния наших людей. Вот чем в первую очередь нужно заниматься. А всі останні питання подождуть. Ну, а пане Олександре, чому, на вашу думку, все ж таки, зважаючи на останні події, на те, як реагують на білборди вашої політичної сили, на ваші ем, агітаційні там намети, та, от як проявляють себе сумчани? Ем, Найбільше все одно цих проросійських ярликів стосується вашої політичної сили. політичної сили Євгенія Мураєва. Чому так, на вашу думку? Чому саме да. от чим ви так от заслужили? Смотрите, вот в команде Евгения Мураева я уже нахожусь три года. И все эти три года активно занимаюсь, в том числе и политической деятельностью на территории города Сома. За три года почему-то никто не ніяких никаких І Это случилось буквально последние два месяца. Скорее всего, это связано с тем, что приближаются выборы, и чем ближе к выборам, тем больше этой грязи будет. И самое главное в этом всем процессе, чтобы люди могли анализировать адекватно всю ситуацию и не отвлекаться на вот эти ярлыки, а давать справедливую оценку каждому человеку и каждому кандидату. Я понимаю, что сделать это будет крайне сложно. Почему сложно? Потому что Евгений Мураев ⁇ это настоящий оппозиционер. Этого человека я знаю лично. И поэтому могу давать объективную ему более-менее оценку. Но этого человека на сегодняшний день очень много людей, кстати, к нам приходят и задают вопрос: а где же делся Евгений Мураев? Почему мы его не видим на телеканалах? В том-то все и дело, что его как раз боятся пускать на эти телеканалы, потому что большинство телеканалов у нас центральных они принадлежат тем или иным олигархам. И если он будет выходить на центральные телеканалы и рассказывать людям правду, то, как он умеет делать, то, естественно, его рейтинги, хотя я не хотел бы да, не особо там акцентировать внимание, просто взлетят до небес. И они не хотят, чтобы этого человека узнала Украина. Вот всячески и вставляют палки в колеса. Ну, тем больше, что на сегодняшний день есть властный да, телересурс, да, телеканал. Кстати, к слову сказать, вот за последние только два месяца когда открывался телеканал наш, угу. да, создавал его Евгений Мураев, этот телеканал еще на стадии строительных работ пытались взорвать, два раза были поджоги, на наш офис, наш офис пикетировали, на наши палатки нападали, постоянно тиражируют какую-то неправдивую информацию, то он племянник Азарова то его жена Валерия uh -huh. э, там имеет какие-то родственные связи с Рабиновичем. Да вранье это все. Это все вкидывается специально в информационное поле, чтобы хоть как-то навредить имиджу политика. Uh -huh. Ну, агрессивные такие прояви, вот, если честно, боитесь? Ну, безусловно, я, как человек адекватный, я понимаю, что на сегодняшний день цена человеческой жизни ну, 0 гривен, 0 копеек. Объективно, да, у нас на сегодняшний день нет верховенства права в стране. То есть я понимаю, что защитить свои права, в случае, если они будут каким-то образом нарушены, крайне сложно. И меня вот больше всего это пугает. Но ощущая поддержку людей, которые есть, я вот ежедневно получаю десятки телефонных звонков, к нам в офис партийный приходят десятки людей. Я понимаю, что мы движемся правильной дорогой. И именно это и пугает нашу сегодняшнюю власть. Они боятся, что придут новые политики, которые сменят этих старых политиков, сидящих 27 лет в Верховной Раде, и ничего не происходит хорошего в стране. И они цепляются всеми возможными силами за эту власть. Более того, вот принимая бюджет на 2019 год, я его так вскользь проанализировал, я могу вам сказать, что засевать будут по полной программе, особенно город Сумы. И выставлять от власти, по моей информации, насколько я знаю, и эту информацию следует проверить, будут Медуницу, который уже два созыва сидит в Верховной Раде. Что же он сделал хорошего? Он будет, значит, пользоваться этим положением. И якобы перерезать очередные ленточки на открытие некоторых объектов. Но не эта работа основная депутата Верховной Рады. Основная работа депутата Верховной Рады это принимать качественные законопроекты. Они такие, как его ставленники в Кабмине принимают там постановления о субсидиях. Когда он вынужден сейчас пиариться, открывать какие-то там приемные консультации людей по субсидиям. Когда человек, политик открывает консультации по субсидиям, это говорит только об одном. Этот человек находится не на своем месте. Речи... Раз он допустил такой некачественный законопроект, который нужно объяснять людям. Угу. Ну, до речи, если торкнулась цієї темы от субсидии, тема, ну, Над, надактуальна на сьогоднішній день для сумчан. Я знаю, що а, десятки тисяч сумчан звертаються до вашої приймальні. На якій стадії сьогодні а, ваші судові тяганини да, з приводу субсидій? Ваша роз'яснювальна робота по цьому питанні? Якщо можна, там детальніше. В період часу з 1 мая по 1 октября дійствував один порядок назначення субсидій, який предусматривав, що доходи ліць, которые зарегистрированы, но фактически не проживают в квартире, учитываться не должны. Но, тем не менее, наш городской департамент действовал наоборот, то есть как раз учитывал эти доходы, в результате чего многие люди вынуждены были остаться без субсидий. Сейчас же с помощью нашего дорогого кабинета министров были внесены поправки в это постановление, и когда ситуация ухудшилась в несколько раз. Теперь же люди, которые не проживают, но зарегистрированы, будут учитываться при назначении субсидий. Соответственно, очень много таких людей, которым будет отказано. И нет другого пути, как просто этих людей выписывать, чтобы получить эту субсидию. Нету, просто не существует на сегодняшний день другого механизма, к сожалению. Вот, собственно, я думаю, что люди, это уже многие поняли, в этом направлении движутся, кто в принудительном порядке там через суд пытается выписать это проблемное лицо, кто в добровольном порядке, кто находит диалог и выписывает. Но другого выхода просто нет. То есть своих симпатики вы не залишаете, в беді, да, помогаете вы решать Да, мы свои... ведем те дела, которые мы взялись еще летом до логического конца. Вот на прошлой неделе мы получили первое судебное решение в апелляции. И для меня самое главное, чтобы те чиновники, которые нарушали закон на протяжении прошлого периода, понесли соответствующее наказание. Потому что на сегодняшний день как раз на законодательном уровне и отсутствует ответственность персональных чиновников за принятые ими незаконные решения. Именно этим отсутствием они и пользуются. Они могут. 300 раз нарушить ваші права, і нічого за це не буде. Вот именно цим і потрібно було займатися нашим народним избранникам. А за 27 лет вони навіть не удосужились принять такой законопроект, о чому з ними можна разговаривать? Вони не в состоянні це зробити. Пане Олександре, ну, ми сьогодні говоримо, як тему оголошуємо тема патріотизм. Да? Все ж таки, в чому, на ваш погляд, має проявлятися патріотизм а, політика? Ну, на сегодняшний день в нашей стране патриотизм какой-то приобрел извращенную форму. Ну вот смотрите, человек, который обворовывает, который говорит людям неправду своим избирателям, и при этом поет гимн и носит вышиванку, он называет себя патриотом. Я не считаю таких людей патриотом. Независимо от того, носит он вышиванку, поет он гимн, не поет, я смотрю на реальные дела, а не на внешнюю какую-то оболочку. Угу. И ту видимость работы, которую они нам тут пытаются показать. Если я вижу, что жизнь людей ухудшается, значит, не патриоты у власти. А патриотом у нас является тот человек, который платит налоги, создает рабочие места, который говорит правду людям, независимо от того, на каком языке он это говорит. Хоть на русском, хоть на украинском, хоть на китайском. Вот именно таких людей я и считаю нашими. Угу. Те люди, которые считают Украину своей страной, которые связывают свое будущее с этой страной, которые уважают и ценят те традиции, бережут их, которые есть у нашего общества. Чи дасте, э, рецепт нашим глядачам, как разрезнить манипуляцию э, и реальный патриотизм? Э, знаете, когда я включаю канал Верховной Рады и смотрю, как они красиво выступают на трибунах, я этому не верю. Я потом После каждого выступления того или иного политика и, и, иду на сайт Верховной Рады и смотрю на голосование. Поверьте мне, в 90% случаев то, что они говорят с трибуны, не совпадает с их результатами голосования. Вот и все. То есть нужно анализировать их деятельность, смотреть, какие законопроекты они пишут, как они голосуют, потому что то, что они произносят по телевизору, это можно даже не слушать. И хотел бы еще людям посоветовать не верить тому, что они не слышат по телевизору. На сегодняшний день такие каналы, как 112, News One Интер, они будут лить грязь на нашу партию, нашего лидера. Потому что их интерес провести во второй тур Юрия Бойко. Потому что на него сделали ставку определенные финансово-олигархические группы. То есть анализировать, думать, слушать и понимать, что есть и как. Да. Ми вам дякуємо сьогодні за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні в студії телеканалу АТВ був правозахисник, лідер команди Євгенія Мураєва наші на Сумщині Олександр Соколов. На сьогодні все. тим лишайтеся за АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.